Уже почти сутки ультрамарафонец Дмитрий Ерохин наматывает круги по территории музея-заповедника Горки Ленинские, чтобы установить новый национальный рекорд по скандинавской ходьбе. Посмотрим, удастся ли ему это сделать. Спортсмен стартовал днем раньше. Трассу длиной 1 километр 16 метров Дмитрий преодолевал в среднем за 10-12 минут. Шли часы, менялись судьи, неизменным оставалось только одно. Ультрамарафонец с палками в руках, бодро вышагивающий по горкинской земле как днем, так и ночью. Воочию увидеть человека, который вот-вот установит новый рекорд, собрались посетители музея-заповедника. Это такая, мне кажется, подготовка должна быть к этому. Это такой труд. Вот, поэтому это только уважение вызывает и гордость за то, что он смог это сделать, да. Молодец, здорово. Показывает пример, что надо заниматься данным видом спорта. Северная ходьба становится все более популярной в России. Предыдущее достижение такого формата принадлежало Борису Воронцову, прошедшему 120 километров за 24 часа в Крыму 5 лет назад. И вот долгожданный финиш, и мы становимся свидетелями нового национального рекорда по северной ходьбе – 128 километров и 429 метров. Я доволен, что я выполнил для себя поставленную задачу, но я вижу у себя еще резервы, что там и 130, и 140, и может даже 150. 50 километрам приблизиться, но не раньше осени, наверное. То есть полгода надо мне отдохнуть, восстановиться. После финиша Дмитрий впервые смог пересечь поле наискосок, а не по установленной трассе. В это время судьи фиксировали результаты в протоколах. Важно было не только преодолеть дистанцию, но при этом соблюсти и правила ходьбы. Бег, прыжки, ходьба на полусогнутых ногах, волочение палок, излишний подъем наконечников вверх. Поднятие, разброс палок в сторону, замена наконечника на ходу запрещены. На точке старта ультрамарафонцев встречали зрители, руководство администрации поселения и музея-заповедника. Спасибо вам за то, что вы принимаете участие в благотворительных акциях и привлекаете внимание жителей, внимание населения всей планеты ко многим очень важным вещам, таким как защита животных, таким как борьба с раком. Спортсмену были вручены памятные подарки, а завершилось мероприятие общим фото на память. Дмитрий Книга, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.